Георгий, прошу. Париж. Мы это вместо. Итак, всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала. Сегодня вот такая вот игрушка попалась мне на глаза. От разработчика прислал ключик The Last Show is a Mr. Charnish. Не знаю, правда, что за жанр, давайте мы на нее взглянем, да, и посмотрим, что же это такое. В общем, картинки я посмотрел, довольно-таки прикольные. Ну, да, графика вроде как прикольненькая и вроде интересная. Скорее всего, это такой, знаете, как квест. Надо будет ходить и смотреть. Она вышла сегодня в Steam. Ссылочку в описании я оставлю. Единственное, я ее долго не буду, я только покажу ее. А дальше вы можете непосредственно там... Так, дорогая Элла, я приготовил тебе маленький сюрприз в вашем театре. В сути игры... Так, журналист, надеемся, мы вам понравится последняя часть интервью о новостном заключении серии «Коллекция масса». И вновь нашим гостем стал гениальный драматург, актер и режиссер, автор таких постановок, как «Восхождение» и «Лабиринт» мистер Роберт Чардиш. Ну, здесь рассказывается вот про этого Чардиша и непосредственно артистку. Актрису, точнее, прошу прощения, Henry, неправильно сказал. It's Ella. Ella? А, ну привет, Элла. Дорогая, мне позвонила Элла, и что значит, какая Элла? Наша Элла. Да ладно тебе, хватит. Как поживаешь, как там шла, как нравится погодка? Ну, я тебе сам знаешь, иногда везет, иногда не очень, в общем, если случишься. Но я позвоню не из США, то сейчас я в Англии. За тобой не угнаться. Я остановился в этой желтом отеле. Постой, ты здесь, в Линчфилде? Да. Я вернулся, я хочу кое о чем тебя попросить. У тебя есть машина? Ну да, все здесь же есть 20 лет. Ей уже 20 лет. Только она и осталась на ходу. Можешь подвезти меня кое-куда? На кладбище? Я могу показать тебе нужную могилу. Нет. Я хотел посмотреть на театр. Ну да, конечно, я могу подъехать в течение часа. Подходит? Конечно, Генри. Большое спасибо. Навеет воспоминания, правда? Мы немного здесь пережили. Слишком много. Может, мы все-таки пойдем с тобой? Спасибо, но я хочу побыть одна. Да, так что вы видите, картинка очень прикольненькая, очень такая миленькая. Блин, почему... Да, ну, конечно, с листвой не так хорошо, но, вы знаете, вообще очень. Вот особенно здесь, да, листики, все как бы приятненько, очень классненько. А, так вот... Это журналист. Вот мы и встретились вновь, мистер Чардиш. Трудно поверить, что это конец. Ну, это журналист. Это же точно время прилетать незаметно в трех случаях, когда ты в студии, на сцене, либо слушаешь Натру. Согласен, небольшое пояснение для тех слушателей, что не следили за предыдущими нашими беседами. Мы обсуждали главные пьесы, поставленные мистером Чардишем за 30 лет его деятельности. Вы говорили о каждом его работе, о первой до последней, а также рассуждали об агентском образе жизни и об искусстве как таковом. Главное, чтобы я вообще поспевал за ходом беседы. Сегодня разговор зайдет о театре деревни Липфилд. Это первый театр, которым вам довелось руководить. Но прежде чем говорить об искусстве, позвольте узнать, что, как вы себя чувствуете. Что ж, учитывая обстоятельства, вопрос весьма ожидаемый. Я чувствую себя не сломленным, настроен оптимистично. Какое облегчение, как для меня, так и для наших слушателей. Приятно слышать. Но, к сожалению, люди, которые ожидают видеть меня на сцене, будут разочарованы. Докторы меня отказывают от всех радостей жизни, и я впервые склонен прислушаться к людям, которые лучше меня знают. Наверное,
тяжело уйти со сцены, но у нее непросто, в общем, да. Вот они быстро, видите, так начали говорить. Ну, давайте пройдемся. Здесь я говорю, не то чтобы прям... А, мы даже... прыгать можем. Только я вот не понял. Звук, по-моему, это... вроде бы женский, да? Или все-таки это журналист? Непонятно. Ладно. Так. Так, а куда нам получается идти? Ну, давайте посмотрим на беседку. Ну, пока да, ничего интерактивного нету. Здесь, скорее всего, надо будет войти в дом, и, наверное, в доме что-то мы увидим. Так, открываем. Так. Давайте, значит, уважаемый мистер Чарди, что должен признаться, ваше письмо отца для меня некоторая неожиданность. Если меня не подводит память, впрочем, в моей возрасте это редкость, нашей последней переписки прошло лет 100, а может и 200. Я мог бы сказать, что рад наконец получить от вас весточку, но учитывая содержание письма, мне кажется неуместным. Не становится изводить вас вежливыми банальностями, вы попросили совета. Так, перейдем же к сути. Будущего вас... Ну, да, видите, это по поводу, наверное, скорее всего, профессор, который там... Да, давайте разберем. Так, это смазать шкифы Джим Р. Правильный сценарий, сцена 2 Роберт, заказать новое кресло. А, это, я так понимаю, список, да, что нужно было делать. Так, куда мы идем? Ага, дорогой Генри, извини, что я не приеду лично, я отправляю в Линфер 2 комплекта ключей, тот, что поменьше для почтового ящика. Не стесняйся продавать все, что найдешь в коробках, мне не нужны эти вещи. Может выслать их обратно, если ты найдешь кого-нибудь, кому можно сдать помещение, то не раздумывай. У меня просто нет сил заниматься и этими. Представляю это тебе. Еще раз прости, что не приеду лично, я могу, потому что я просто поеду. Ладно, окей. То есть я так понимаю, это первый театр, который был. Разделить челку на две части, убери ее так, чтобы она свисала на 2-3 см ниже линии роста волос. Сбивался щеткой, только аккуратно. А, это у нас получается... Да, такое, как... ну, в театре, да, для чего вот, когда грим, либо прически вот наводят, как легко сделать шиньон, если ты сменила наряд. Должно понадобиться не больше 7 законов. Колок, собери три не очень тугих хвоста, средний должен быть, ну и так далее. Ладно, окей. Это я думаю, что нам потом пригодится. Софи уехала в город, но перед этим мне удалось поговорить с ней и все записать. Она уверяет, что этого хватит, чтобы сделать прическу без нее. Софи, мы будем скучать. Ну да, это вот тот первый театр, который, собственно говоря, объемный косам. Да, куда мы попали. Ну, прикольненькая игрушка. 50 пенсов сентябрь. Ага, настоящее искусство, можно ли увидеть его на Бродвее? Стать настоящей звездой за 2 месяца. Как это ей удалось? Проклиная проклятие, критический взгляд на использование рок-пэтрисов театра. Это, скорее всего, какое-то пособие. Возможно. Да. И вот, собственно говоря, маленький такой вот театрик, который у нас. Так, это у нас что? Ага, это у нас нотки. Ну да. Интересно. Может быть, это хоррор какой-нибудь, слушайте, а? То есть начало такое, знаете, вроде бы не принужденное, а потом какие-то начнутся происходить, так сказать, непонятные вещи. Как помните этот, да, фильм
прошу прощения. Да, произведение Ви. Да? Это, по-моему, Гоголем, да? Гоголь вроде бы Ви написал. Так, ну, давайте пособерем. Ага, это понятно. Это вот там руководство. Это, я так понимаю, вот эти вот все то, что было до того, как мы пришли. То есть, когда еще эти прожекторы нужно установить, надеюсь, вроде механика и так далее, и так далее. Возможно, а возможно, мы будем как-то восстанавливать работу театра. Либо это воспоминания самого этого режиссера. Ну, вроде бы больше ничего такого нету, да, я так... Ну, вроде бы как бы везде прошелся. Единственное, вот как найти, пойти наверх, зайти наверх. А, возможно, это... Да, возможно, все-таки надо, там еще одна дверь есть, и возможно мы туда-то и сейчас бегаем. Так-то в основном мы, в общем-то, все здесь забрали, исследовали. Смотрите, да, шляпа Шерлок Холмса, доктор Ватсон. Ну, я просто трубка и на кепи, это не кепи. Нельзя. А, все-таки мы... А, мы все-таки за эту актрису играем. Да, я увидел, что мы все-таки... Да, играем за девушку эту. А как она? Элла, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, а почему я бегать не могу? Вот. А, бег. Слушайте, ну правда я вот нажимаю как-то. Да, еще эти геймпады можно пользоваться. Ну, не скажу, что она так быстро как-то бегает. Да, думал. А туда, я так понимаю, не пройти. А, слушайте, да, наверное, скорее всего, сейчас не пройти. А возможно, что-то я сделал, может быть, не все возможно я сделал там. Либо можно как-то пройти. Нет, скорее всего, да. Скорее всего, нужно будет искать разгадку в том, как туда пройти. Да. Ну и либо я не все сделал именно вот в данном области, так сказать, да, исследования. Не, классно, скорости классненько, прям. Местечко такое прикольненькое, озеро, блин, еще бы удочку, да. Рыбок не хватает, да, хотя бы рыбок. Ну, это не обязательно, конечно, но так было бы атмосферно, да. Уже приходишь к озеру, а там рыбки какие-то парочку хотя бы плавают. Да. Странно, что у нас нельзя сюда войти. Ну, окей. Ну, слушайте, да. Наверное, все-таки... Ну, а не, хотя я вроде как все не пропустил, ничего и не пропускал, да? Я так не совсем понял. Может быть, опять же, и пока болтал, но... О, нет, видите. Ага, это часть текста непосредственно, окей. Чего там? Ага, во. А, пососи на мое место.
Да, как в фильме «Маска», помните, она одел такая и изменила то, что меня. Что я должен сделать, по-твоему? Вообще, по идее, я должен, наверное, направить свет. Ну да, вообще должен стену, наверное, осветить. Более он... О, наконец-то. Да, вот. Слушайте, классно, да? Смотрите, освещаем и да, появляется классно, слушайте, прикольно. Ну, а. Загадка, загадка. Ну, здесь ничего нету, вот это, конечно. Интересное. Да, в общем, да, а дальше вы, я надеюсь, как говорится, да, зайдете. В общем, ссылочку в описании я оставлю. Вот, так что, как говорится, игрушка довольно-таки неплохая. Я говорю, я немножечко посмотрел. Единственное, что, как заявляет разработчик, она не очень длинная. Прям не то, что там вы будете неделями играть, а у нее, да, во всякие запутанности будете разгадывать. Но, в общем-то, достаточно для того времени, для того, чтобы погрузиться в атмосферу, да, и, в общем, проникнуться в данную игру. Графика, да, вот я говорю, прикольно. То есть, начало, во-первых, здесь уже такая, знаете, более уже рисованная, да, рисованная графика. Слушайте, классно, классно. Вообще, иногда попадаются игры очень хорошо сделанные. Даже инди-проекты не супер прям навороченные, но очень с душой и прям прикольные. Редко, но бывает. Ладненько, в общем, на сегодня все. Пока. Лайк на ваше усмотрение. Ну, а напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Все. Всем пока-пока. Не переключайтесь. Скоро увидимся.